Значит, по поводу комментария, друзья. Саня, извини, может не по теме, но есть крик о помощи. В районе лагеря Дзержинец, напротив, в сторону реки Орель, резали акацию, теперь перешли на дубы. В общем, режут дубы под санитарный срез лесничеству. У тебя есть летающая техника? Давай спасать лес. Значит, я только что подъезжал на место, где они работают. Ну, как бы дубов я там не увидел. Режут сухостой, акацию. Акацию видел. Вот. Ну, сейчас не так сильно темно. В принципе, можно немножко сверху еще снять. В целом, для понимания, где это находится. Вот, допустим, там находится у нас лагерь «Лесная сказка». Он же Дзержинец, да? Ну, и туда, в сторону пляжей, да, дальше. Они работают. Буквально возле Дзержинца, там рядышком, то есть если брать. Хорошо, давайте посмотрим, что там. Итак, друзья, поднимаемся со стороны Бон, это так называемый пляж, да, на живописном берегу реки Орель, в селе Могилев. Это Днепропетровская область, Днепровская, да, Зарочанский район. Это село Могилев. Вот можно наблюдать, как ребята загружают древесину, да, сухостой, и в дальнейшем будут его вывозить. По рассказах местных, здесь каждый вечер, каждый день ездят груженные машины дерева. Посмотрим, что здесь дальше. Ну, можно наблюдать, вот подготовленная древесина уже под загрузку. Вот. Ну, кроме того, иногда чиновники в рамках вырубки сухостоя выбирают и здоровые деревья, что вызывает возмущение общественности. Вот почему мне и написали об этом. Поэтому мы сейчас обязательно проедемся и уже снизу попробуем снять на камеру, что они, собственно, погружают туда, какая древесина входит, как бы, в вырубку сухостоя. А вот слева уже можно наблюдать детский оздоровительный лагерь, который уже много лет не работает. Находится в Днепропетровской области, в Зарочанском районе, принадлежавший Днепродзержинскому металлургическому комбинату. 10 раз уже продали его, да. Бассейн с подогревом, прекрасный музыкальный фонтан с подсветкой, столовая с кондиционером, комнаты отдыха, танцплощадка, клуб, бытовые помещения, спортивные площадки. Ничего там уже нет. Ребят, я уже заезжал туда. Я там просто... Как бы вам сказать, чтобы было понятнее, как в Чернобыле. Вот что его ждет. А кто стал?
старший. Для водителя. Вот не рабочий, да, тут? Да. А что у вас здесь? Просто питаю. Чую, пиляєте, думаю, спитаю, що до чого. Хто пиляє вообще? Це Могилівське лісничество, да? Від Могилівського? А хто зараз там керує цим заведенням? Яловой. Яловой. Яловой, да? Ну, директор лісничества. Це сухостой, да, вот? Скажи мне, Васька есть тут? Доброго дня еще раз. Добрый, а я не знаю. Лесник. Лесник, а Вася, подушка? Нет, не подушка. А подушка уже не лесник? Лесник, у меня другой номер. А ты подушка тут? Я не знаю. Все-таки подъехал, посмотрел, что здесь гудит, что пиляют. Это, я так понимаю, у нас лесничество, да? Также я заснял и речку Орель, рядом проходившая здесь, в этих краях, да? Отдельно будет материал. Ну, там просто плачевная ситуация. То есть течения нет, ребята, я вам покажу. Течения вообще уже нет, это болото. Это болото уже. Скоро ждет его участь Чаплынки и всех мелких рек, которые уже практически не существуют в априори. Как видите, по возможности я сумел показать, что здесь происходит в этом районе. Я ответил на ваш комментарий. Я показал людей, что пиляют и так далее. Ну а вы уже решайте, что с этим делать. Друзья, ну и конечно же пишите свои комментарии и ставьте лайки этому ролику. Если у кого есть какая информация по поводу каких-то интересных движений, либо неправомерных, пишите мне в комментариях, пишите на почту. По возможности будем снимать сюжет. Всем пока, друзья!